Привет, это Сергей Добров. И сейчас я представляю свою экспериментальную статью, где можно найти деньги в Водиграфе. Это анализ Венеры. И эта статья является моим опытом исследования, то есть совмещение астрологических понятий применительно к дизайну человека и генным ключам. Но это не является ни генными ключами, ни дизайном человека. То есть это лично мой опыт. И здесь я описал возможные положения Венеры, то есть исследуем именно Венеру. Венера у нас отвечает, в принципе, и за отношения, и за деньги. То есть она управляет и тельцом, материальным планом, и весами. То есть это отношения. И я описал именно сейчас и свой опыт, и линии Венеры именно с точки зрения тельцовского кластера ее, то есть с точки зрения материи. И все линии, и все ворота возможные, все 64 ворот, именно по Венере. За что, что мы ценим, в чем мы разбираемся, и, соответственно, в чем мы можем убедить других людей, раз мы это ценим, то, соответственно, и они у нас могут это купить. Это тот товар, который мир от нас требует и в котором мы разбираемся. То есть за что мы с удовольствием платим деньги и за что нам с удовольствием платят деньги. Потому что все планеты у нас работают в обе стороны. И переходите по ссылочке. Ссылочка находится в, под этим видео или в раздел «Материалы» на моем блоге.